Разбойное нападение, совершенное уже по классической схеме, раскрыли полицейские Архангельска. Всего за пару часов. Сыщикам помогли внимательные свидетели и съемки камеры видеонаблюдения. На записи оперативникам удалось детально рассмотреть злоумышленника, ворвавшегося в торговый павильон. Мужчина перепрыгнул через прилавок и, угрожая продавщице ножом, похитил выручку из кассы. Ретировался грабитель также поспешно, но потерпевшая хорошо запомнила налетчика. Я его уже увидела, нажала кнопку. Видела, что у него нож. У меня аж вот так вот. Ну как? Ну не испуг, как не ожидала. Вот он сказал, что давай открывай кассу. Он открыл, и вот он деньги взял. Задержали мужчину быстро. Оказалось, что он всего лишь неделю назад освободился из колонии, где провел 7 лет. Задержанный сообщил, что пошел на разбой, чтобы добыть денег на спиртное. Судимость есть, нет? Есть судимость. 106-я, 3-я. Все разбой, да, тоже? Да. Похищенные из кассы магазина 700 рублей могут обернуться для подозреваемого очередным тюремным заключением сроком до 10 лет.